и вновь доброго времени суток, еще это канал Комикс Парадокс, и это игра Крафт З. Собственно говоря, возьмем вот это, соберем все вот это. Тут есть персики, все есть. Все собираем. Как вы думаете, почему я сейчас в творческом режиме? Потому что в прошлый раз меня убило стадо овец, когда я пыталась сделать себе кровать. Поэтому с тех пор я больше не рискую. Ух ты. Трогать овец в этой игре плохая идея. Ого. Тут какие-то катакомбы прям. Да выпусти меня отсюда. Если вам понравится идея пройти эту карту после этого осмотра, я попробую ее проходить как есть. Без читерства. У меня просто есть копии. Вон там дыра имеется. Так. О, чаровальный стол. Так. Оно, конечно, немножко лагац, как полная скотина. Но это, я думаю, ничего страшного. Так, дверка. Так. Что? Что ты делаешь? Граната, бэкпэк. Хорошо, ладно. Будем играть по твоим правилам. Ой, стоять. Так, ну здесь вот, в принципе, можно жить. Я полагаю, если у меня мышь не будет глючить. Так, что это вниз спускается? Стоять, 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 стоять. Ты там что-то видела, что-то видела. А, это продолжение этажа. Тю, всего лишь на все. Мэ. Я вам здесь понаставляю факелов. Печь. Пожрать ничего не оставили. Ироды. Эх. Я такой голодный, как айсберг в океане. А мне пожрать не дали. Прям как гады. Отовсюду. О, гнилый плод. Порох, нить, уголь, редстоун. Алмазная конская броня. Тоже мне это сильно поможет, да? Хотите сказать, главное порох весь забрать? Ну, то есть, да, видите, здесь, в принципе, в общем-то, наверное, почти реально выжить. Где-то, в какой-то степени. Просто меня напугали овцы. Овцы, которые не овцы, ни хрена, а полные твари. Что-то в какую-то заброшку залезла, блин. Надо поискать себе что-нибудь поинтересней. Сраные овцы. Побуду немножко живодером и отомщу им за свою прошлую смерть. Мрый, тварь. Так. Ну здесь, по идее, это должны быть зомби. Типа там было начальное здание. Сам зомби-апокалипсис должен был начаться здесь. Ебить, что так лагает-то, ну? Hello? Hello? Кто-нибудь дома? Эй!
Ребят. Курицы дома. Ну, курица это да, курица это, конечно, чудесно, восхитительно. Ребят! Стоять. Я только что слышал зомби. Эй. Сюдан. Господи, да как с этим всем совладать-то, а? Так, где? Ой. Я слышу зомби. Тут такое эхо. Прям такое эхо. Пипец. У-у-у. Спувнер. Хо-хо. Так вот она для чего надо, да? Спувнеры у них здесь, понимаешь? То есть само по себе оно... Это чё, выход типа на совсем? Осуждаю, осуждаю. Суицид не выход. Особенно в зомби-апокалипсисе. Зомби-апокалипсис — это скорее вход в мир в зомби. В качестве зомби. Потому что ты умрешь, возродишься этой тварью. Так. Пацаны. Есть кто живой? Пустите. Полюбопытствовать. Ага. Да вы так типа дверь заблочили, да? Ну-ну. Ку-ку. А, да, вон спаунеры везде. У меня от них просадки фпсок. Ну да ладно, не страшно, безобидно. В принципе, такой себе город. Тут город, там город, везде одинаковые здания. По большому счету нет особого смысла это проходить, наверное. Чисто поглядеть. Поныкаться на крышах где-нибудь как-нибудь. С собой что-то такого интересного я здесь не наблюдаю. Ведь не развалюхи зомби-апокалипсиса, вон что-то там такое одноэтажное. Стоять. Что за место? Скелеты. Тут кто крутится? Пауки. Не, ну охрененно. Что я тебе скажу? Не просто так это место заложили. Курица вон. Интересно, курицы тут тоже бьются? Как овцы! Хм. Не, все, конечно, грустно-печально, но как-то скучновато. Ну, зомби, ну, город, ну... Не так уж весело.
Вон какие-то слитные многоэтажечки с курами во главе. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Кто там? Ку-ку. Привет, ребята. Ку-ку. Не хотите ли... О. Подумс. Достижение охотника на монстров. Таки тут есть зомби, ребята. Ого. Оно светится. И бьет стекла. Ту-ду-ту-ду-ту. Хрена ты. Мощный. А я у вас хату-то отожму. Вы же это понимаете, правда? Что рано или поздно я хату у вас отожму, пацаны. Ой, какой звук нехороший. Так хорошо, что я в творческом режиме, иначе бы мне хабзаз был. Но звуки тут они реально стрёмные издают. Что там? Мои факела. Оно с топором ходит. Умри. Умри, паршивец. То, что ты в штанах, еще не означает, что ты можешь жить. Ты не можешь жить. Ты на это не имеешь права. Поцики. Актусич. Сколько тебе надо пулик получить, а? Так. И каждый убитый зомби разбивает мне стекло. Поздравляю, блин. Шахта. Сышь ты. Сышь. А зря нет. Пошел ты. Откуда у вас столько берется? А, вы еще и внизу, да? Это зомби-лошадь? Реально, в натуре? Пусти меня! Я тебя и забью прикладом, паразит. Господи, да хватит уже. Уберите от меня это. Хе-хе-хе. Он сам помрет. Отзынь, Юнида. Хрена вас тут, ребята. Целая монстр-пати. Что-нибудь полезное? Да, железо. О! Тхейв Сворд. Добыча 3. Класс. Куй железо. Куй железо, пока зомби не исковали тебя. Это зомби-лошадь такие звуки стрёмные издаёт, господи боже.
Пошли вы все! Все, пошли! Нахрен! Все равно вы меня не достанете, паразиты. Они на звуки-то приходят. Как настоящие зомби. Хе-хе-хе. Я просто развлекаюсь, просто мочу зомби. Пошли его все. Чё тут? Какое-то нечто. Что оно куда ведет? На лестницу оно ведет. Понятно, понятно. Еще одна лошадь. О, господи. Так, ну здесь я относительно была, да? Там, где триллиард факелов, там я была. Так, ну этим даунам не приходит пока в голову. Эй! Ты, блядь, издеваешься надо мной? Пошел нахрен от моих факелов, сукин ты сын. Пошел вон, пошел нахуй. Что факела он мои ломает? Да тебя, блядь, ставили. Чтоб ты сломал пришел, да? Пошли в жопу все. От моих факелов. Сукины дети. Пошел в жопу. Пошел нахрен. Со светом они борются, а? Ты посмотри на них. Пошли в жопу. Все, пошли. Нахрен. Мои факела. Не для вас ставили. Я тут усею каждый квадратный сантиметр. Факелами. Только посмей мне их сломать, сука. Убью. Говнюри, а? Вот эти говнюри. Всех изувечу, кто мои факела тронет. Я сказала, что не люблю темноту. С вами я еще смириться могу. С темнотой нет. Да-да-да, факела, факела. Как выманить зомби быстро и эффективно? Поставьте факел, он придет его сломать. Ах ты, сучка. Заткнись, уберись отсюда, уберись, уберись. Ах ты, сука. Они реально ломают мои факела. Тварь, а? Их реально эффективно факелами выманивать. На этой карте. Интересно, они его здесь сломают наверху? Поставьте факел на землю и посмотрите, как будет вести себя зомби. Эу, бичез. Падам, падам, падам. Пошли нахрен. Кукусики. Все вы сдохните, мрази, пидорасы. Эть. Сюда иди. Отошел, отошел, отошел. Я не люблю контактов. Алле.
еще один выперся. Тебе же сказали коронавирус. Сказал отойти на 1.5 метра. Социальную дистанцию вообще соблюдаешь, нет? Сукин зомби. Штраф тебе 5 косарей. Че это за говно? Типа кровь? Ладно. Мне просто хочется, чтобы они все вывалились. Ку-ку. Ку-ку, зомбис. Пора на волю. Солнце вам не разбить, падлы. Да умрешь ты когда-нибудь или нет? Сдохни. Че, вы тут курицу гапуете? Пидор. Эу, в чем ты тут в таком розовом? Кожаная броня, что ли? Подумс, подумс. Пошли нахрен. За эту курицу теперь отвечаю я. Пошли все в жопу. Хрена себе борзевшие гапари. Вон, 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 вон. Ну да ладно, постреляли и будет. В общем-то, да. Вот такая вот карта. Побегали, повеселились. В принципе, можно было бы всерьез повыживать, если вам оно надо. Так что пишите в комментариях, если вам оно действительно надо. Вон там вот зомби подозрительные тусуются. Эх, ну это уже все не наше дело. Это был канал Nokomis Paradox, игра Майнкрафт. Зомби-крафт, что называется. Или крафт-зе. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если же у вас нет совести и вам оно не надо, то... Ну что мне сказать? Мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. Эх. И да, я всерьез. Я не буду делать прохождение по этой карте, если оно вам не надо. Честно. Так что пишите в комментариях. А так, хорошего времяпровождения. Услышимся в следующем видео. Пока.